С вами сегодня? Ну, это сука. Ее зовут Европа. Ей 7 лет. Одна из, будем говорить, первых моих собак, которая в питомнике уже зарекомендовала себя как производительница, дает красивых детей. Полное имя ее — Гроссерфольд Европа. Она как дружелюбна, можно погладить? Да, она как бы любит людей, любит детей. Вообще немецкая овчарка — это как бы пользовательская собака, угу, универсальная. Вот, поэтому если необходима защита, защищать, угу, она будет защищать. Если необходим сторожем, угу, работать, она будет сторожем работать. Если необходимо по следу ходить, наркотики искать, она будет это делать. Поэтому как бы это немецкая овчарка относится к разряду универсальных пользовательских собак. Давайте вернемся к истокам и немножечко расскажите нам об истории самой породы, как она появилась, насколько давно и как это происходило. Немец фон Штефанец увидел собаку, так как он сам был немец, он ее назвал немецкой овчаркой и сделал описание данной собаки. То есть он определил стандарт для данной собаки. И, наверное, с этого дня идет отсчет данной породы немецкой овчарки. 1896 год. Я читала, что во время войны собаки очень, ну, помогали людям. Они и санитары хорошие, и помогали выносить раненых. Но из-за того, что сама порода немецкая овчарка, был некий такой геноцид, и даже в некоторых странах по-другому их называли. В Америке американская овчарка начали называть. Ну, просто чтобы снять некий вот этот вот негативный оттенок. Основанием немецкой овчарки все-таки надо считать Германию. В Германии проводится каждый год Зигершау, то есть главная выставка Германии, она, наверное, главная выставка мира по немецкой овчарке. На выставке выставляется более 2000 собак. Вот, выставка проходит 3-4 дня.
Что касается развития немецкой овчарки у нас в России, значит, в 20-е годы немецкая овчарка была завезена в Россию, но Сталин как бы дал команду вырастить свою породу, и на базе немецкой овчарки была выведена восточноевропейская овчарка, она называется. Раньше она называлась немецкая овчарка восточного типа, но она не признана Международной кинологической федерацией. Она признана только РКФ, Российской кинологической федерацией. Если брать по внешним данным, есть сходство, но есть и отличия. По характеру, если брать, значит, восточноевропейская овчарка, она более спокойная, она больше заточена под охрану. Она именно была выведена по команде Сталина для охраны ГУЛАГов. Это первичное ее назначение. Это было 20-е годы. Соответственно, если мы возвращаемся в Великую Отечественную войну, то данный вид собак очень был как бы использован очень широко и в миноподрывном деле, и в поиске раненых, и то, что вы и говорили. Уже во время Первой мировой войны немецкие овчарки зарекомендовали себя как незаменимые помощники. Но история Германии негативно отразилась на развитии породы. Во всем мире немецкая овчарка набирала популярность. Однако с началом войны ко всему немецкому появилось негативное отношение. Это привело к тому, что породу использовали, однако называли в каждой стране по-разному. Так, в США она стала американской овчаркой, а в Англии – эльзасцем. Да, да. Немецкие овчарки – это собаки, которым установлено множество памятников по всему миру. В России – пограничникам с собаками, в Канаде – памятник 32 полицейским собакам, погибшим при исполнении служебных обязанностей. На постаменте даже можно увидеть имена и заслуги каждой из собак. В городе Тольятти установлен памятник преданности – псу, который терпеливо ждал своих хозяев целых 7 лет. Расскажите, с чего вы начинали и почему занимаетесь именно немецкими овчарками? Мое первоначальное занятие немецкими овчарками, это было как бы хобби. Была приобретена одна собака, были сданы дрессировки, то есть общий курс дрессировки, защитно-караульная служба, был допуск к племенному использованию сделан. И собака выставлялась на выставках. Я никак не мог понять, почему вроде все говорят, у тебя очень красивая собака, вот, но она входила в десятку головки ринга, но как бы первые места не занимала. Вот. Потом как бы я начал изучать стандарт собаки, и уже как бы с этого момента, можно сказать, я начал заниматься профессионально. Начал разбираться, что такое линия верха, что такое линия низа, что такое углы конечностей, что такое шея, какое положение крупа должно быть, голова и так далее. Это самое. Все это описано в стандарте породы. Вот. Ну и после того, как я ушел на пенсию 10 лет назад, я как бы начал профессионально серьезно заниматься собаками. Скажите, а сложно организовать питомник, ну, сам процесс? Ну, поначалу я думал, что это не сложно. А потом, когда я влез в эту тему, оказалось, что это как бы очень сложно. Потому что каждому питомцу необходимо уделять личное внимание. Немецкая овчарка – это как бы рысак. То есть она любит движение. Утром прогулка 7-10 километров, вечером прогулка 7-10 километров. Медицинское обслуживание. Потом появляются щенки, уход за щенками. Занимает очень много средств, времени. Вот поэтому как бы сложно заниматься. Сергей, расскажите, как правильно должен быть устроен вольер? Вольер – одно из, наверное, основных элементов для содержания собаки. Помещение, где должна содержаться собака. Очень удобно содержать собаку в вольере. Для чего? Пришли гости. Не надо, чтобы собака
со всеми общалась, они ее еще накормят ничем, не тем, чем надо. Mm-hmm. Собаку брали в вольер, у нее есть свое пространство, где она может собраться со своими мыслями, отдохнуть, принять пищу, поспать. И помещение, это вольер, помещение для комфортного нахождения собаки. Как оборудуется вольер? Должен быть прогулочный двор в вольере, обычно он для немецкой овчарки 2 на 3, угу. Можно больше. И помещение, спальное помещение. Очень важно, конечно, предусмотреть, чтобы зимой спальное помещение было отапливаемым. У меня стоит инфракрасная лампа, в помещении поддерживается температура зимой до 20 градусов. Плюс на входе вешается шторка, которая отбивает холодный воздух. Угу. Ни для кого не секрет, что немецкие овчарки очень преданные и дружелюбные существа. Возможно, поэтому многие знаменитости обзаводятся питомцами данной породы. Среди них миллионер, актер и бизнесмен Тайлер Перри, Крис Клейна, Клаудио Шифер, Бен Аффлек, Роберто Кавалли, Джей Гилленхал, Джеймс Белуши, Дженнифер Энистон, Ники Рид, Ален Делон, Хайди Клум и Михаил Шуфутинский. Если говорить о стандартах, как должна выглядеть классическая немецкая овчарка и какие разновидности их бывают? По шерсти можно разделить на два типа – длинношерстные и стандартные. Значит, Ева у нас стандартная. Длинношерстная до некоторого времени считалась племенным раком. Вот, и где-то лет 5 назад, наверное, ее ввели в стандарт. И сейчас длинношерстная как бы очень красивая собака с обильной шерстью. Вот красиво смотрится. Если брать по окрасу, разделяют на три вида, можно разделить. Это чепрачные, черные с рыжим. Второй тип – это занарные. Это цвет, волчий цвет такой. Черные с серым. Вот. И черные. У меня в питомнике занарных нету, а только чепрачные и черные есть. Рост в стандарте прописан 58 плюс-минус 2 сантиметра, то есть допускается. Это суки и 61 плюс-минус 2 сантиметра, да, 62 плюс-минус 2 сантиметра, это кобели. У нас в России как бы существует небольшая проблема с ростом. Так как много было завезено племенных собак с Германии, которые были переростками. Вроде собака красивая, все это самое, но люди не понимали, что надо соблюдать стандарт. И сейчас как бы разведение немецких овчарок уходит от вот этих племенного брака по росту. Вот. С каждым годом на выставках ну, разного уровня выставляется все больше и больше собак, и люди уже начинают понимать, заводчики, о том, что рост как бы играет большую роль в стандарте. Ну вот если я приобретаю себе немецкую овчарку и хочу участвовать с ней в выставках, есть какие-то факторы, которые я должна понимать, что, например, такие отклонения не дадут мне такой возможности? Дисквалифицирующим признаком относится, к примеру, отсутствие зуба, там, неправильный прикус. Есть пороки, которые допускаются в стандарте. То есть слабые уши, так? То есть они не критичны, что они висят, но они как бы слабые. При движении они играют. Так? Дальше положение хвоста, положение крупа. Ну, я думаю, что будет правильно взять, просто открыть стандарт и почитать, потому что так навскидку очень много там всяких признаков. Обязательно должны быть глаза темные, ну и так далее, там очень много. Да, основной вещью, я думаю, что для пользовательской собаки это должен быть ее характер. То есть фаза возбуждения и фаза успокоения, они должны быть в балансе. Очень важно, чтобы собака приносила радость хозяевам, а не доставляла какой-то дискомфорт. Если вы ложитесь спать, и собака находится во дворе, и она будет на птичку реагировать, лаять. Кто-то, что-то там, муха пролетела, она опять лает. Да? Ну, то есть
Я как бы утрирую данный вопрос, но здесь очень важно, кроме воспитания, еще должна быть генетически правильно заложена у собаки ее характер. Ева у нас вот она как бы вот сейчас лежит спокойно, наблюдает за обстановкой. Если ей дать определенную команду, она будет ее выполнять. А так собака не должна, еще раз повторюсь, приносить дискомфорт ее владельцу. Какие самые главные вещи и какие тонкости есть именно в уходе за немецкой овчаркой? Ну, может быть, шерсть, как-то вычесывать уши, следить за ушами, зубы. Немецкая овчарка, как и человек, как и любая другая порода, требует ухода. И что касается зубов. Зубы из-за плохой воды, там и пищи, откладывается зубной камень, который впоследствии может привести к порче зуба. Поэтому уход должен быть. Уход шерсти. Значит, очень важным критерием, наверное, по уходу шерсти, это будет подбор правильного корма. Потому что состояние, внутреннее состояние желудочно-кишечного тракта, наверное, определяется внешним состоянием собаки. Если шерсть нормальная, нормально пигментированная, в хорошем состоянии, соответственно, и желудочно-кишечный тракт работает нормально у собаки. Кроме того, конечно, у немецкой овчарки есть дни линьки. Даже не дни линьки, а периоды линьки. Соответственно, необходимо уход за шерстью. Надо вычесывать. Есть разные приспособления, расчески, триммеры, гримеры там и так далее. Конечно, можно самому ухаживать, а можно просто приводить собаку в груминг-салон, где ей будут чистить, мыть шампунями, фенами сушить и, ну, и так далее. Кроме того, очень важный уход за когтями. То есть когти надо всегда обрезать, потому что когти потом могут влиять на само состояние лапы. Представьте, когти отросли, соответственно, лапа будет уже не собранная, будет в растопырку, это самое, пальцы будут, да, и может в дальнейшем это влиять и на положение там пясти, поэтому очень важно ухаживать. Если говорить про питание, вы сказали, что именно от этого, собственно, и зависит внешний вид собаки и ее шерсть. Как правильно кормить? Сколько раз? И насколько обильно? Ну, питание не только шерсть зависит, это мы только обратили внимание на шерсть. Это, питание, как и у человека, зависит от настроения и подвижность, и многие различные критерии другие. По питанию можно разделить на два вида питания. Это кормить уже готовым кормом, который кругом у нас продается, так и кормить натуральным кормом или натуральной пищей. То есть это мясо, углеводы, жиры. Но здесь есть свои плюсы, есть свои минусы. Если кормить натуральной пищей, соответственно, надо рассчитывать рацион. Потому что кроме белка, то есть мяса, да, собака должна получать и жир, и углеводы, и аминокислоты, и витамины там, и так далее. Как бы, если взять, будем говорить о готовом корме, сублимированном, так, соответственно, он уже как бы имеет все те ингредиенты, которые необходимы для жизнедеятельности собаки. Здесь надо понимать еще, что корм от разных производителей, он разного качества. У немецкой овчарки очень как бы чувствительный желудочно-кишечный тракт, поэтому передозировка, там, к примеру, белковой пищи, она может как-то отобразиться на состояние собаки, медицинское ее состояние, да? Поэтому очень важно подобрать корм, и как бы заводчики, они уже имеют свой опыт. При покупке щенка уже рекомендую, каким кормом, от какого производителя вот лучше кормить. Сколько раз в день лучше кормить немецкую овчарку, чтобы и не перекормить, с одной стороны, и с другой стороны, чтобы собака была в хорошем настроении, потому что не голодная? Ну, так как мы уже остановились, что лучше кормить сухим кормом, так, значит, на каждом мешке там есть примерная дозировка. Животных можно кормить или раз в день,
или два раза в день, или три раза в день. Соответственно, мы берем дневную норму, разбиваем ее на кормление, и собака ест. У меня в летнее время собаки питаются один раз в день, в зимние два раза в день. Щенки до пяти раз в день кормления. Ну, щенков. Как любого малыша, да. Надо есть часто, понемножку. Да, часто, понемножку. Как часто вообще болеют немецкие овчарки? Есть ли у них какие-то генетические заболевания, которые присущи именно этой породе? И стоит ли ходить к ветеринару просто за профилактикой, так называемой? Раз в год собаки прививаются от различных вирусов, от штампов этих вирусов, от бешенства. Кроме того, это животное, это ж живое существо, может и лапу порезать, может и там что-то неправильное съесть, там подобрать что-то, и, соответственно, может быть какое-то расстройство. Где-то в движении может удариться, может какой-то вирус поразить. Вот, допустим, у меня сейчас в питомнике у одной из собак отит. Приходится лечить. Уши капать там и так далее. То есть животные, как и человек, если хорошее питание, значит хороший иммунитет, да? Но иммунитет всегда может где-то пробиваться, это самое. Соответственно, как только иммунитет понизился, какой-то вирус может подцепиться. Очень важно, конечно, обратить внимание на пироплазмозных клещей. У нас в Подмосковье, как бы, это, наверное, бич животных. Для профилактики, естественно, можно использовать различные медицинские препараты, капли на холку там, или обработки внешние. Ежедневный осмотр, ежедневный уход. Если вы увидите, что по состоянию собаки что-то происходит не то, то есть отказ от пищи, вялость какая-то, соответственно, надо предпринимать какие-то меры по ее лечению. В истории немецких овчарок немало героических страниц. Так, например, одна из представительниц данной породы спасла пятилетнюю тонущую девочку. Не помешала совершить героический поступок собаке даже глухота. Она инстинктивно распознала, что ребенку угрожает опасность, и вытащила девочку на берег. Сергей, а насколько активная собака? Ну, понятно, что, конечно, немецкая овчарка – это большая собака, которой нужно раздолье, но и как бы она хорошо поддается дрессировке, как считается. Угу. Насколько это правда? И сколько усилий нужно прикладывать, чтобы собака была послушна? Собака, она обучаемая. Наверное, из всех пород, которые только существуют, немецкая овчарка, наверное, самая обучаемая. Я уже говорил, что она является универсальной собакой. И самое главное при обучении – это правильно объяснить собаке, что вы от нее хотите. Если вы все это правильно делаете, ей информативно будет все понятно, вот, а она… Истории о фантастической преданности овчарок поражают, и кинематограф не обошел их стороной. Так немецкие овчарки стали героями многих культовых фильмов, среди которых «Комиссар Рекс», «К-9» или «Собачья работа», «Приключения пса», «Пограничный пес Алый», «Верный Руслан» и, конечно, культовая картина «Ко мне Мухтар». А если говорить просто, вот люди, например, из органов, которые работают в МВД, ну, множественные органы, они приходят за собаками? Не то, что приходят, а каждый год
они закупают бы щенков, но вопрос в том, что не всегда охота отдавать хорошего племенного щенка за забор. То есть его заберут, его нигде больше показывать не будут. Дальше силовые структуры, они в племенном использовании не используют собак. Им надо собаку рабочую, заточенную, и ходить по следу или искать наркотики, взрывчатые вещества и так далее. То есть это как бы собаки уже спецназначения. С моего питомника довольно много собак ушло в МВД. Как она взаимодействует с другими домашними животными? Ну, образно говоря, если есть собака другой породы, может быть, кот, хомяк. Если собака со щенка выросла, к примеру, с котом, то они будут дружить. Так? Но это все индивидуально, потому что так как у человека, допустим, вам не нравится какой-то запах, так? Вам не нравится какой-то человек, антипатия там, или симпатия, это самое. У животных то же самое. Немецкая овчарка, вообще собаки – это стайные животные. У них должен быть вожак, члены стаи, и собака занимает свою иерархию в этой стае. И если в этой стае появляется другой член стаи, это самое, он или принимается, или не принимается. Поэтому здесь дать однозначный ответ я не смогу. А есть какие-то критерии, когда люди приходят к вам за собакой, по которым вы могли бы отказать человеку? Ну, критерии, конечно, есть. Прежде чем продать щенка, покупателя я обычно спрашиваю, зачем ему нужна собака. Такой блиц-опрос небольшой, надо понять, разбирается человек в собаках, не разбирается, как он собирается содержать щенка в дальнейшем, как он должен заниматься воспитанием. Одного желания приобрести собаку, это как бы мало. Человеку уже объясняешь, покупателю, что щенок в будущем будет членом семьи. А члену семьи надо будет уделять очень много внимания. Это не то, что ты собаку посадил на цепь, и она у тебя будет сидеть. Немецкая овчарка – это не с той категории собак. Я уже говорил, что она любит движение, она любит побегать, она любопытная, она будет всегда находиться в драйве, и хозяин ей должен будет, соответственно, уделять очень много внимания. Если люди по каким-то критериям не подходят, я стараюсь отговорить, вплоть до того, что я просто говорю, я вам щенка не продам, и все. Какой бы совет или, может быть, рекомендации вы могли бы дать владельцам немецких овчарок? Прежде чем завести собаку, необходимо хоть чуть-чуть разобраться с этой породой, определиться для себя, зачем нужна эта собака. Да? Потому что люди сначала берут собаку, потом через год приезжают и говорят, а мы хотели бы заняться дрессировкой. То есть надо сначала понять, и если вы уже взяли маленького щенка к себе в семью, да, вы должны уже с первого дня заниматься воспитанием этого щенка. А совет простой. 7 раз отмерь, ни разу не отрежь. Должен быть ее характер. То есть фаза возбуждения и фаза успокоения должны быть в балансе. То есть очень важно, чтобы собака... Так, подождите, давайте я успокою. А ну тихо! Алло! Жена!